Добрый день, друзья! Мы сейчас находимся на улице Парк в городе-курорте Анапа. И у меня был запрос от моих подписчиков с просьбой показать дорогу нашу на кладбище. У нас ее делают односторонней. И вот сюда идет выезд. Мы сейчас, получается, будем ехать против шерсти. Она будет функционировать по-другому. Именно в дни родительского дня, вот Пасхи, то есть ее делают направленно в другую сторону. То есть вы будете заезжать по ней со стороны Анапского шоссе. Сейчас мы двигаемся тоже по заказу подписчиков автомобилиста, но есть возможность снять вот такой вот видеосюжет. Что именно подвело к тому, что люди попросили сделать данное видео? Кстати, еще одна мойка с левой стороны была — самообслуживание. То, что вот здесь вы видите, что дорога хорошая, как бы все отлично и прекрасно, но в районе именно кладбища со стороны Анапского шоссе, это кладбище, дорога очень плохая. И люди по этому поводу переживают. Ну и также те, кто ездит каждый день, допустим, может, в Анапскую, и не знают, что вот здесь есть такой небольшой объезд. Объезд как бы удобный, и вполне себе можно объехать Анапское шоссе, разгрузив его тем самым. Почему не доведут до хорошего состояния эту дорогу, тоже непонятно, потому что пробок было бы немножко меньше. Сделали бы сюда указатель, что можно было приехать в Анапскую, и вуаля, решение небольшой как бы проблемы. С левой стороны мы проезжаем, здесь поле все будет застраиваться, но уже все поделено на участки, и шансов, что оно как-то выживет, нет никаких. С левой стороны у нас находится здесь Зеленстрой, мы проезжаем вот его забор, это Анапский именно Зеленстрой. Здесь выращивают большое количество вот елочки, все, что только может понадобиться на наших клумбах в Анапе. Также парковка есть, и говорят, что там мигают, точнее мне, что там стоят наши дружина ДПС, которая кого-то ловит. Надеюсь, я не еду сейчас против шерсти. И вот с правой стороны, видите, ритуальные услуги. Здесь у нас как раз-таки находится кладбище наше. А вон с левой стороны стоят, торгуют палочками. Здесь нам надо. И здесь вот вход на центральное кладбище в Анапе. Оно очень большое, прям можно сказать, даже гигантское. И еще самая главная достопримечательность вот с правой стороны — это очистные сооружения. В эти очистные сооружения качается все овно, которое находится в Анапском районе практически. То есть Свитязева — это, наверное, самая дальняя крайняя точка, трубы по Пионерскому проспекту прокачивают. И вот вы можете уже видеть, на что здесь похожа сейчас дорога. И именно... Ой, господи, у меня все летит с рук. Это питомник слева? Да, слева Зеленстрой, питомник, справа очистные сооружения, Свет. Мы сейчас с закрытыми окнами, поэтому запах сезона ты не чувствуешь. Это такой давнишний прикол у нас, когда, видите, переполняются коллекторы, именно когда приходит сезон, так как канализация совершенно не рассчитана под такие объемы канализационных стоков, и нет-нет начинает выбивать люки. И мы называли это всегда запах сезона. То есть, значит, все, люди приехали, сезон пошел. Смотрите, какие ямы, то есть и дорога еле-еле, две машины разъезжаются, причем она, я так понимаю, раньше сплит была сделана. Вот такой вот позор ждет Анапу, когда люди поедут навестить своих родственников на кладбище просто. Ну и каждый день, то есть вот ездят здесь по этой дороге. И приезжают же еще с других регионов, да, так посмотреть на Анапу. Ну, в принципе, все сами видели, я же ничего не выдумываю, все по факту. Если есть там возможность у вас отправить данный видеосюжет куда-нибудь там, какие-то там ОНФ у нас есть, допустим, дороги проверяет, там есть всякие разные сайты, может написать в администрацию тоже с обращениями, чтобы подремонтировали. Потому что, еще раз говорю, ребят, чем больше обращений, тем больше шансов, что что-то изменится. А иначе это немножко похоже на дорогу. Ну, то есть мы с этим грузовиком вообще здесь не разъехались ни в каких обстоятельствах. Зато вот очень быстро продается вдоль дороги земля, и здесь открываются все новые и новые учреждения сферы, там обслуживания, предложения услуг. То есть все, я уехал вообще на обочину, потому что нет возможности ехать прямо по дороге. И впереди уже мы видим Анапское шоссе. Ну да, тут постоянно пробки.
сейчас тем более уже время подходит у нас к 16:30. Сегодня пятница, короткий день, и все возвращаются домой. В общем, видео было записано в формате высокой четкости. И вот еще раз хочу вам сказать. А может, я ошибаюсь, может, сюда выезд будет. Ну, в общем, в любом случае, ехать надо будет по этой дороге, хоть как ты ни крути, хоть не крути. Да, вариантов других у вас особо не будет. Хорошо, что у нас тут есть такая возможность выехать. Всем спасибо за просмотр. От души благодарю вас, что не остаетесь равнодушными к бедам Анапы и поддерживаете нас даже из дальних своих регионов. Всем пока-пока.